Беларусь Кабель – опытный участник и победитель многих конкурсов. Премия правительства за достижения в области качества – это особая награда. Статуэтка, диплом и право использовать логотип победителя. Награда – это, можно сказать, вершина айсберга. Постоянная модернизация, внедрение новых технологий, профессиональный коллектив, грамотные специалисты – все это вкупе привело к успеху и оценке деятельности на самом высоком уровне. Основной упор нашей работы – это сохранение нашего трудового коллектива для дальнейшего повышения качества выпускаемой продукции. То есть мы делаем упор в нашей работе на разработку, постановку на производство и предложение для потребителя новых видов продукции. Это инновационная должна быть продукция, импортозамещающая, ну и, конечно же, экспортно-ориентированная. Хотя на сегодняшний день у нас в районе 30% продукции идет только на экспорт, но у нас амбициозные планы довести этот показатель до 50%. Технический потенциал наших конструкторов, наших технологов позволяет нам выпускать любой вид продукции по требованию заказчика. А сегодня наше оборудование, наши компетенции позволяют нам разрабатывать любую продукцию для применения в любой сфере деятельности. Работа над усовершенствованием качества – это бесконечный процесс. Только так можно оставаться конкурентоспособными в нынешних экономических реалиях. «Беларусь Кабель» – одно из ведущих предприятий на постсоветском пространстве, флагман белорусской кабельной промышленности. Качество выпускаемых изделий подтверждено международными сертификатами. Это важный момент, ведь продукция обеспечивает не только внутренний рынок, но и идет и на экспорт. Сфера применения – нефть и газодобывающая промышленность, радиоэлектроника, авиационная техника, приборостроение, строительство, связь, коммуникация и электротехника. «Беларусь Кабель» выпускает и инновационную продукцию. Одна из особенностей нашего предприятия в том, что мы используем радиационную шивку материалов, и продукция с использованием радиационной шивки работает в температурном диапазоне от минус 60 до плюс 220 градусов. То есть, как бы, это направление в основном авиационное, где требования очень жесткие и ответственность, ну, очень большая. Следующее направление – это инновационные продукции. Это продукция, которая работает в специализированных предприятиях, где температуры очень высоки, то есть, как бы, это огнестойкая, галогеннесодержащая. У нас исполнение фактически все возможные используются, то есть это негорючие, газодыма не выделяющие, безгалогеновые и включая огнестойкие. Огнестойкость достигается двумя способами: с ледяной лентой и резиновой изоляцией. Температура эксплуатации в условиях открытого пламени, то есть в условиях пожара, 180 минут, в условиях 750 градусов, то есть работоспособность обеспечивается. То есть мы подтверждаем свое качество как свои лаборатории, так и сторонними испытаниями. Сегодня «Беларусь Кабель» производит более 120 видов продукции, свыше 27 тысяч маркоразмеров. Ежегодно осваивается около 10 наименований. Продукция со знаком качества – это промозорское кабельное предприятие. Кстати, качественное не только изделие, но и местная кулинария. Столовая «Беларусь Кабеля» пользуется популярностью не только у работников. Аппетитное блюдо по оптимальной цене – это обед от «Беларусь Кабеля». Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».